Внимательно прочтите инструкцию по применению экспресс-теста. Проверьте срок годности экспресс-теста. Не используйте тест с истекшим сроком годности. Перед использованием экспресс-теста тщательно обработайте поверхности и руки антисептиком. Проверьте целостность индивидуальной упаковки тест-кассеты. Не используйте тест с поврежденной упаковкой. Извлеките зонт-тампон из упаковки, избегая прикосновений к наконечнику. Введите зонт-тампон легким движением по наружной стенке носа в нижнюю часть носоглотки. Поверните зонт-тампон не менее 5 раз, слегка прижимая его к слизистой носоглотке. Удалите зонт-тампон вдоль наружной стенки носа. Поместите зонт-тампон в пробирку с буфером для образцов. Вращайте зонт-тампон в течение 10-15 секунд, избегая разбрызгивания жидкости. Удалите зонт-тампон, прижимая его к стенке пробирки и отжимая избыток жидкости. Зонт-тампон утилизируйте. Извлеките тест-кассету из упаковки и поместите ее на сухую горизонтальную поверхность. В окно для образца S тест-кассеты внесите 3 капли исследуемого образца с помощью одноразовой пипетки. Через 10 минут оцените результат. Не проверяйте результат после истечения 20 минут. Результат может быть недостоверным. Интерпретация результатов. Одна окрашенная полоса на уровне контрольной линии S. В образце отсутствует антиген или его концентрация ниже предела обнаружения. Две окрашенные полосы на уровне тестовой и контрольной линии. В образце присутствует антиген в концентрации выше предела обнаружения. Одна окрашенная полоса на уровне тестовой линии или отсутствие окрашенных полос. Результат считается недействительным. Рекомендуется повторить определение.